Ой, как вкусно! Ребята, всем привет, с вами я, отец от дочки Нюкин, и моя дочка сделала всей семье молочные коктейли. Сашка, ты гений! Ох, еще и красотка, да, Сашка, ты еще и красотка, вообще, блин, очень красивая. Так, ну спасибо, пятый стакан уже в меня не лезет. Чем будем сегодня заниматься? Какие у кого есть идеи? Я предлагаю покататься на катере, арендовать катер, я буду капитаном, а вы будете моими, типа, матросами. Ну что? Да-да, ты красивая, и поэтому давай, ты наша красотка, сегодня выберешь, чем будем заниматься. Я за катер, кто со мной за катер? Так, ну даже помните, была яхта, будет у нас катер. Так, Лиза, ты чем спорить с Сашей, лучше помогла бы нам с выбором. Ладно, ты тоже красивая. Ну-ка не драться, вы чё? Так, женские бои мы точно сегодня устраивать не будем. Да блин, Полина, ты-то куда лезешь? Ё-моё, спровоцировал. Вот в большой семье стоит кого-то похвалить, сразу начинаются гладиаторские бои, блин, за похвалу. Вот серьезно, ну чего им не живется дружно, а? Ладно, попытаемся придумать какое-нибудь интересное занятие в одиночку. Обалдеть, ребята, короче, достал. Это что, думаете, настоящий самолет? А, ну настоящий, но не человеческий. Это масштабная модель, радиоуправляемая, прикиньте. Ё-моё, достал на Авито по скидке, задешево. Туда можно запихнуть Рексы и отправить его, и как бы он будет летать, а мы будем управлять. Девчонки, быстрее. Сейчас мы тут такое наму... Чего? Что, папа? Давай через 24 часа ты выбираешь, кто самая красивая из нас, а мы за это время подготовимся. Вы чего? Да вы все трое красавицы у меня, вы чего? Не, я не буду выбирать, ни в коем случае. Ф, Пэдди, скажи же, я прав. У нас все девчонки красивые. Что? Блин, пацаны, ну вы что смотрите? Поднять самооценку, ага, а остальных опустить. Конкурс? Так, девчонки, ладно, если так уж вам не имется, давайте так, я вас судить не буду. А вот пацаны тогда пускай. Сделаем типа коллегию судей, хорошо? Ну ладно, хотя я считаю, что лучше мы Рексика в небеса запустим. Нет, я не буду, я буду типа тупо наблюдателем, и все. Хорошо, договорились? Все, окей, сегодня типа 24 часа, все, вечером будет конкурс. Хорошо? Так, ладно, а пока что давайте, да, идите там, готовьтесь к своему конкурсу, а мы пока будем готовить самолет. Так, Рекс, ну что, залезаешь, пролезаешь? Так, а Милана возьмешь с собой? Или может, нет, Флинчика не пустим. В ТЦ? Зачем вам в ТЦ? Ладно, все, давайте. Машину мы починили, 3 места свободных есть, залезаем. Ладно, пацаны, вы тогда там без меня пока начинайте готовиться. Чего? Ты не поедешь? Ладно, дело твое. Что, у тебя уже запас косметики на год вперед? Ну хорошо. Давай, девчонки, только быстро, ладно, там все скупать не будете. Саша, садись давай. Флинтик, и ты что ли участвуешь? Флинтик, давай уже самолет готовь. Все, поехали, ладно. Все, доехали. Ну что, давайте я хотя бы вам помогу. Хотя бы косметику подешевле купить, со скидкой. Все, идемте. И можно же какие-нибудь советы дам. Что? В смысле уходи? Нифига себе. Я что, зря что ли ехал? Ну блин, мне что, скучно будет, типа? Ну ладно, давайте, вперед. Спасибо, блин. Я теперь это, дед инсайд. Вот, привезли и кинули. И что, мне сейчас тут их ждать, что ли? Ну здорово. А, через 2-3 часа? Ну хорошо. Поеду самолет клеить, хотя, блин, лучше поеду куплю что-нибудь еще. Да, потому что там Полина злая. Короче, что-то меня сейчас домой не тянет вообще. Я вообще что-то тильтанул. Блин, да ну нафиг, а еще капот открывается. Ну что, Мерседес, тут что, ты-то что против меня? Эх, доброта моя. Все, недолго на них злился. Пофиг, лучше вот действительно без меня самолет не сделаю. Так что там пока девчонки развлекаются. Вон там под... Ну вот, хотя бы подвинули, ладно, хотя бы как-то они им занимаются, уже радует. Так, ну чё, пацаны, давайте сейчас помогу. Так, чё такое? Почему Глеб валяется? Что, вы без меня летали и без парашюта, что ли? Что, сознание потерял? Так, Флинтик, вызывай скорую, мы не знаем, все было нормально, потом после разговора с Полиной мы нашли его таким. А ё-моё, Глеб, ты опять и в любви признался? Ну, понятно, в тильте парень. Так, ладно, где Степа? Сейчас надо пацанов всех собрать, у меня одно объявление есть. Степа! Степа! Степ! Степа! Господи! Ты-то чего? Степа! Степа! Так, скажи, Флинтик, скорую вызвал? Скорую быстрее! А, молодец! Что за фигня? Что случилось?
Господи, без сознания, ну, тут явно причина какая-то непонятная. Так. Жесть, что с детьми? Что с моими пацанами? Держись подальше от Полины? В каком смысле? Так, она что, разозлилась и бьет парней? Каждый пацан, который посмотрит на нее, почти труп. Из-за чего? Что ты натворил? Она попросила тебя сделать ее чуть красивее, и ты переборщил, и даже у тебя чуть платы не сгорело. Стой. Ты что там натворил? Ты в нее вставил какой-то пси-инструмент? Подожди, что, типа, ты промываешь парням мозги через импланты Полины? Так, инженер хренов, кто тебе разрешал, блин? Кто тебе разрешал? А? Ты что тут устроил? Задолжал, я с тобой поговорю еще. Так, я понял, значит, Полина хотела считерить и вставить все какие-то штуки, она же у нее там, она же у нас этот киборг, да, который воздействует на мозги парней и, типа, вводит их в состояние любви, да? Но, видимо, голову они теряют буквально. Так, раз это только на парней работает, видимо, девчонки смогут с ней что-то сделать. Окей, пора возвращаться в ТЦ. Как думаете, кто быстрее, я или скорая? Подложите ему что-нибудь, что на асфальте лежит? Ох, блин. Сейчас надо будет уговаривать девчонок помочь мне с Полиной. Хотя, устранить конкурентку, я думаю, они с радостью. Так, паркуемся быстрее. Опа, вот так нормально. Девчонки, срочно. Девчонки, все, вы закончили же? Короче, блин, там это Полина, это, в общем, нужна с ней помощь. Уф, она решила себе вставить импланты, которые воздействуют на мозги парней. Понятно? И там Степа и Глеб уже в отключке. Так что надо вашу помощь. Вы же девчонки, на вас же эти чары не действуют. Так, давайте без матов, ладно, Лизочка? Вы еще не накрасились, что ли? Не успели? А, выбирайте, муки выбора. Ладно, давайте быстрее, пока у нас там парни еще есть. Быстрее. Все, погнали. Черт, мне, ребята, не паркуйтесь так никогда. Все, поехали. Все, Ржаис, привел женский спецназ. Так, получается, что делать-то? Тебе в лабораторию ее привезти? Ага, окей. Ты тогда иди пока туда, готовься. Так, пацаны, Грошик, Флинтик, вы последние мужики в этом доме. Идите там к Жайсу. Нет, идите погуляйте. Все, даю вам машину, идите катайтесь. Так, ладно. Девчонки, давайте за мной. Только далеко не уезжайте. Хотя, блин, давайте вы сами идите, хорошо? А я это, как бы, задом, за вами. Мне на нее нельзя смотреть, да? Все, вперед. Надо ее вымотить, заманить к Ржаису в лабораторию. Так, все, не смотреть на эту красоту, потому что могу сойти с ума. Господи, FP1! Ё-моё. Так, давайте, вперед. Я малюка дезориентировался. А где она вообще? Так, на третьем этаже? Вперед, Лиза, быстрее, потом все очухаем. Так. Все, давайте, вперед. Ну что, где она? В какой комнате? Полина, давай, Саша, иди, зови ее. Так, Полин говорит, папа, не входи, я еще не накрас... Полина, блин, ты что там натворила, а? Что с парнями делаешь? Давай быстро иди, иди давай, выходи. Не рассказывай ерунды, что? Блин, Саша, давай вымани ее, а я знаю как, подыграйте мне. Так, ребята, ну и ладно, я считайте, что эту тоналку купил только вам. В конце концов, она была одна, дорогая. Вот сами ей тогда есть, ей мажьте, раз Полина не хочет. Все, забирайте. И только, чтобы она это вас не достала, идите, кражаюсь, хорошо, в лабу. Все. Так, и давайте туда. Все, кажется, сработало. Уходим. Так. Все, главное, чтобы сейчас девчонки убежали. Ага, сработало. Блин, что там за кипиш? Они там что, дерутся, что ли? Так, Полин, не трогай! Ой! Полина! Какая красота! Я живой! Ой! А, чё, всё? Откатили тебя? Ну, блин, Полина! Ну чё, видите, блин, к чему это всё приводит? Я надеюсь, вы уже отказались от своей идеи, да? Всё, мы вас всех любим! Так, что? Чего? Да блин, да вы чуть парней не грохнули. Ребята. Ну и чего? Сейчас типа эти будут говорить, что они в ТЦ, а ты говоришь, что типа не в ТЦ. А, только естественная красота.
Ладно. Окей, 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 окей. Может, тогда я решу, хорошо? Хотя, ладно, ладно, ладно. Сейчас вы тогда, девчонки, выходите. Все девчонки, все женского пола на выход. Мы с пацанами решим. Все, голосование парней. Чисто мужское собрание, голосование мужиков. Крошик, что там стоишь? Сюда давай, за стол. Так, ребята, ну я считаю, что решение должно быть справедливым. Ну что, девчонки, все, мы с парнями посовещались, приняли взвешенное, справедливое решение. Так, давайте, давайте, становитесь, сейчас мы будем оглашать, результаты. Ну, я думаю, все очевидно, думаю, даже уже мы, зрители, все поняли, что самое красивое, самое обворожительное, самой естественной красотой девушка семейки Нюкима, королева красоты, расхитительница сердец, ей становится... Милана! Поздравляем! Поздравляем, Милана! Ты балдежная! Обалденная вообще! Красотка! Так, ну все, все, так, Полина! Парни, бежим! Караул! Ё-моё! Злые женщины! Страшная сила! Ребята, всем спасибо! Всем удачи, всем до завтра! Всем пока!